Всем привет, мои хорошие! Как у вас настроение? Расскажите, пожалуйста. У меня все отличненько. Так, я сейчас буду готовить гречку. Я гречку помыла. Так что просто гречка у меня будет с капусточкой, лук, морковочка и чуть-чуть капусты без мяса. Так что такую гречку сейчас я буду готовить. И на заднем плане, видите, у меня стоит все. Это я буду делать бисквит. Так что я уже потихонечку готовлюсь на свой день рождения. Тортик. Бисквит сделаю заранее, чтобы он отстоялся. А завтра я его буду крем делать уже. И буду украшать. Только украшать как еще, я не знаю. Я еще ничего не покупала для украшения. Пока только так надумала. Так что сейчас я лучок нарежу, морковочку. И будем готовить. У нас сегодня жара, 31 градус на улице я выходила. Вообще прям жарище. Ну, знаете, солнышко, вот как вчера было так же. Тут за тучки заходит. И я еще и сегодня не загорала. Сейчас я кушать приготовлю. Тортик сделаю. Бисквит. И пойду загорать. Хватит мне половинки. Морковочка. Как я люблю морковочку. Вообще вкуснотичка. Вкусненькая. У меня будет довольна, что сегодня гречку готовлю. Да, доченька? Ты сегодня будешь у меня довольненькая, что мама гречку готовит? Да, да, молодец. Так, что? Я сама уже, блин, у сестренки посмотрю, она каждый день гречку готовит. Я тоже захотела. Думаю. На, приготовь. Но только хочу я с капусточкой. Сейчас лук, морковку обжариваю. Капусту обжариваю, потом кладу в гречку. И тушу ее. Как плов. Сыночка гуляет у меня, как обычно. За утром. Его. Свои планы. Быстренько, быстренько. 5 минуточек и все. Пачки нету. Тут кочерышка мешает, неудобно. Капуста последняя. Я думаю, что она будет лежать. Я сейчас пожарю вместе. Гречкой. Ты что, Зай, заниматься, что ли? Тоже. Я тоже хочу. Ты хоть предупреждай меня. И так что жди. Это сейчас я пока приготовлю. Ничего себе, деловая делась, собралась заниматься. Без матери-то, а? Я тоже хочу позаниматься. А то едим, едим, едим целый день. Нужно и заниматься. Я вообще хочу купаться. Интересно, наверное, вода горячая или теплая купаться. Что я вообще даже не задумывалась об этом.
Тем более такая жара-то уже стоит давно. Я ни разу еще не купалась. Кстати, это что-то не то. Нужно это дело исправить. Может, гонять покупаться? На велосипед сейчас сяду и поеду. Сама. Снимаюсь и домой. Я в купальничке уже. Достала уже и сама опять лезу. Капусточкой запахла. Я капусту жареную вообще обожаю. Моя слабость. Жареная капуста. Но так как у меня ее чуть-чуть, я ее сделаю грецкой. Вот так вот капусточку я зажариваю с морковочкой, с лучком. И отправляю гречку. Гречку в общем засыпала. Из чайника воду заливаю. Так-так. Забурлило как. Ну все. Залила как на плов. И под крышечку. И она у меня тушится. Соль, перчик по вкусу. Кто как любит солить, перчить. Ой, перчиком так пахнет, вообще аромат, обалдеть. И все, я огонь убавляю. Так, сейчас найду и пойду бисквит делать. У меня миксер, знаете, не очень такой слабенький. Обороты я имею в виду. Так что бисквит сбивать очень долго приходится, потому что он у меня мало оборотов. А у кого хороший миксер, так они вообще быстро сбивают. Вот хочу я себе миксер обалденный. Так что, на день рождения я жду подарков от вас. Кому не сложно, конечно. Можете мне денежку скинуть на миксер? Карта привязана. А мне очень приятно будет. Так что... Ай-ай-ай, падает. Стоять. Все, накрываю крышечкой, и у меня тушится немножко до готовности. Пока у меня готовится гречка, я буду делать, ой, ударил, бисквит. Мне понадобится 5 яичек, ванилин, щепоточка соли. Так, вот такой стакан буду мерить. Сахар. Стакан сахара, стакан муки идет. Одинаковые, сколько сахара, столько и муки отмеряем. Мука у меня тушь, но там сейчас просею все. Так что яички забиваем. И будем взбивать. Пока у меня готовится гречка. Как у меня сынок в тот раз яйца разбивал, это вообще. И вот у меня сколько раз он пробует утром, когда готовим яички. Ты уже все вбила, что ли? Точно. Утром, когда готовим яички, мы каждое утро почти готовим яички. Ну, не почти, а каждое утро. И, в общем, у меня это... Сколько он пробует, сыночка, столько он у меня пробивает. Короче, яйца, это вообще, знаете, хохочем мы каждый день. Как у меня сынулька яйца забивает. Цифра моя упала на торт. Цифра упала, надо, главное, ее достать. А то забуду. Потом кинуть, когда цифры на торт ставят.
И у меня не будет я. Так, миксер ставим. У меня миксер слабые обороты. Слабенький, слабенький. Так, подсолить. Обязательно. А, соль в этом положила доча. Сюда в солонку эту. Луковицу кусочек. Соль застыла в солонке. Посолили мы, посолили. Сейчас я так чуть-чуть забью его. Потом добавлю сахар. До таких пиков я сбила. Вот такой вот у меня. Все сбилось. Так что вот такое приспособление я себе сделала, потому что я устала держать его. Очень долго сбивать. У меня миксер слабенький. Все, теперь я его убираю. И перемешиваю муку. Стаканчик я уже просеяла тем временем. Я уже и потанцевала. Хорошо было мне. И теперь буду добавлять потихонечку сюда муку. И размешивать. Духовочку я включила, но у меня разогревается. И потихоньку все перемешиваем. Ой, как он воздушный получился, вообще обалдеть. Я первый раз так привязала его. Обычно всегда стою, держу по очереди, дочь держит, потом я держу. Тут я стояла такая, думаю, ну-ка дай-ка я его сюда попробую прицепить. Прицепила и нормальненько. Что хорошо все перемешалось, его сильно нельзя не сбивать, ничего, потихоньку.
все перемешивать. У кого-то может силиконовая лопатка, с ней удобнее, конечно. У меня нету, я вам ложечка мешаю потихонечку. Получится у меня бисквитик. Посмотрим, какой у меня он получится. Интересно. Большой торт печь не буду, потому что я день рождения отмечать не буду. Просто кто придет поздравить, тот придет. Я буду мяско пожарю. Думаю, завтра шашлычок замариную, мяско возьму. Крылышки возьму, крылышки замариную. Так что роллы накручу. Кто придет, тот придет поздравлять. Я буду рада всем. И все, сейчас вот туда на круглую. Сюда пергаментом подтянула. И сюда сейчас залью, смажу. А все, и буду выпекать. Так, маслица сюда я добавила. Сейчас теперь помешаю. Края. Распекла, где мне не понравилось этой штучке печь бисквит, потому что у меня края прилипли. Пергамент такой вот этот, у меня пергамент, надо другой мне купить, мне вообще это не нравится никак. Другого нету, придется таким печь. Мне уже неохота идти за другим. Сейчас масло сам смажу. Так, прилип, пожалуйста, мне по краям, чтобы вы у меня не разлипались по сторонам. Вот так. Во, во, во. Теперь молодец. Вот это надо было сразу. А то мне тут... Не разлипайте только, пожалуйста. Вот так. Ты тут сама себе была. Все. Вот так вот я смастерила. Помазала. Руки, правда, в масле. Ничего, буду тебе тесто свое. Вот он. Пошло. Бисквит мой, бисквитный. Ручки отмывала, в масле были. Все. Он у меня весь растекся нормально. И как-то что-то я смотрела, там видео, вот надо его по часовой стрелке что-то трясануть. Три раза. Трясануло три раза. Зачем, не знаю. Все. Здесь растекся ровненько. Чтобы ни пузыречков, ничего не было. Все заполнилось. По часовой, ладно. Ставлю в духовочку. На 20 минуточек. Посмотрим. Открывать духовку нельзя. Так что засекаем. 20 минут пошло. Пока 20 минут будет, я потанцую. Бэ-бэ-бэм. Время засекла. Все, поставила в духовочку на 20 минут. Будем наблюдать, как он будет у меня печься. Как плохо видно, все, мой бисквит уже готов. Вон. Что-то окно такое заляпанное, еще жестко. Так что сейчас я его уже все выключать буду. Ка, привет. Привет всем. Выловили ребенка. Покормить. А то не хочет кушать. Бегает целый день. И то уже выскочил убегать. Мы с Наташкой занимались. Он потихоньку такой раз. И слушаю, убегает. Я стоять кушать. Так что бисквитик мой чуть-чуть вверх зажарился прям. Ну, не сгорел, но очень зажарился. Вот он темный. Это он не горел. Это на видео кажется так, что он темный. Так вот пахнет вообще вкусно. Но я еще разбирать не буду. Он сначала должен остынуть хорошо. Потом я его раскрою. Пускай стоит. Попозже я его раскрою.
Пахнет очень вкусно. Надеюсь, очень будет вкусно. Так что пойду сейчас переоденусь и пойду загорать. Вот такой бисквит у меня получился. Завтра я его разрежу и буду украшать. Так что такие вот дела. В общем, друзья, пока лежала, загорала, мне позвонила сестреночка. Поговорили с ней о том, о сём, кто что делал, кто чем занимался. Ну и в общем, я уже лечу на велосипеде, да, сестреночки в гости. Она сказала, что она собралась делать пельмешки. Я говорю, я хочу тоже. Она говорит, в чем проблема, заходи. Я на велосипеде до нее. Так что сейчас пельмешки полепим. Выйдем в прямой эфир. Так что лечу на улице, вообще красота. Клево. Конечно, я где-то еду по бездорожью, потому что по дороге я не хочу. Я не люблю по дороге ездить. Так что лечу, лечу по ветру. Одела штанишки, потому что я буду допоздна, наверное, назад ехать, чтобы меня комарики не закусали. Так что такие вот дела. Сестреночка меня ждет. Все-таки я уже долетела до сестренки. Тут голубочки вон сидят. Вообще обалдеть. Жарко, я вся мокрая полностью. Прям у меня спина. Сзади еще рюкзачок висит. Спина полностью мокрая. Вообще жесть. Фу, жарко мне вообще. Еще ветерочек подает. Ну клево вообще. Прям дорогу незаметно проскочила махом. За сколько? За 7 минут я доехала. Я! Пельмешки мы у сестренки уже налепили. Быстренько, быстренько. Я забыла что-то поснимать, как мы лепили. Что Наталька себе снимала. И здесь у нас вареники. Что это за ложка? Вот еще вареников столько налепили. Быстренько, быстренько сейчас покушаем. Так что все, я приготовилась трапезничать. Ах, как они пахнут. Ты тут и семечки достала? Кетчуп, майонез. Смотрите еще. Вообще, так пельмешки давно не ела. Мы еще такие мощные налепили. Какие они вкусные. Вкус божественный. Куриные. Вообще обожаю. Куриное мясо и пельмешки. Все. Огромные, я, короче, один закинула полностью. Нормально, вкусно. Ты еще вареники будут готовы. Перчик попался прям. Остренький, так что приятного аппетита нам. И вам, кто смотрит. Приятного аппетита.